Всем привет! Этот видеообзор посвящен коптильне для горячего копчения рыбы, мяса, сала, колбасных изделий и других продуктов. С ее помощью приготовить вкусные копчености самостоятельно не составит труда. Мы рассмотрим среднюю по размерам модель, но у нас на сайте вы сможете найти также маленькую и большую коптильню. Эта коптильня переносная. Она имеет компактный размер, поэтому с легкостью помещается в багажнике легкового автомобиля. Ее можно взять с собой на природу, на рыбалку или на дачу. Материалом изготовления служит пищевая нержавеющая сталь, которая не подвержена коррозии, поэтому коптильня прослужит вам долгие годы, радуя своим качеством и надежностью. Рассмотрим нашу коптильню более детально. Сверху она плотно закрыта крышкой, а далее идут две решетки для продуктов. Они располагаются на половине высоты корпуса коптильни и немного выше. Снизу установлен поддон для сбора жира, который очень удобно вытаскивать и мыть. Коптильня горячего копчения имеет следующий принцип работы. На дно коптильни засыпают щепу, а чуть выше на решетках располагают продукт. Коптильню плотно накрывают крышкой и ставят на огонь. Щепа в процессе нагревания выделяет дым, который достигает большой температуры, не покидая пределов коптильни. В результате этого продукт подвергается дымовой и термической обработке. Таким методом и осуществляется горячее копчение. Щепу из разных видов древесины вы также сможете купить у нас на сайте вместе с коптильней, и вам не придется искать ее где-то дополнительно. В результате вы получите отличные копченые продукты, не затратив много времени и усилий. Кроме этого, они будут намного дешевле, чем в магазине. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Спасибо за внимание и до новых встреч!